Всем привет! С вами Светлана. И сегодня у нас экскурсия по набережной Сухума. Вот это вход. И площадка. Да, площадку построили в этом году. Здорово. Это вход, самое начало набережной. Мы живем, наверное, минутах в 7 ходьбы от нее. Вот построили детскую площадку, спортивную. И начинается набережная вот таких красивых пальм. В сентябре и в августе вот эти все кусты необыкновенно цветут. Из эвкалиптов. С больших красивых эвкалиптов. Пытались мы в том году сорвать листики, но не достать. Здесь же прямо море. То есть можно пойти купаться. Вот такие вот красивые, как бы маленькие скверики, кругом пальмы. Сухумская набережная — это вообще отдельный разговор. И гулять здесь не устаешь каждый год. Здесь есть такие проходики небольшие, это центр города, здесь недалеко справа находится ботанический сад. И в принципе все в шаговой доступности. То есть вот сейчас мы идем по набережной, справа у нас ботанический сад будет, центр города. Чуть дальше в конце набережной справа будет рынок. И в самом конце маяк. Мы, кстати, ни разу до него не доходили, сегодня попробуем это сделать. Вот такой красивый уголочек, где стоит очень необычная и величественная статуя коню. Сейчас мы к ней подойдем. Вот что она обозначает, я вам не скажу. Спрошу обязательно наших друзей. Если что, подпишу вам потом. Вот и конь. Это конь, причем он, ну, без конечностей, скажем так. А на другой стороне у нас, не знаю, человек, Посейдон или кто. Атлант, это вообще. Свет. А, человек падает с коня. Атлант, блин. Атлант, да, это? Слушай, давай, да. Это Атлант, говорится. Здесь причем вечером подсветочка, огни, и вообще вечером просто необыкновенно. И вот набережная, как бы, и вот море. Можно гулять, устали, пошли и искупались. Пляж Айтар, который я показывала вам в предыдущем видео, он приблизительно вот тут. Можно посидеть в тенечке на лавочках, благо их здесь много. Вот цветущие деревья. Ну их, кстати, не так много, как в августе, в сентябре. Мне кажется, они, наверное, в мае начинают цвести, и уже к этому времени, к концу июня, отцветают. А второй заход у них в августе. Идем дальше. Здесь, я так понимаю, какое-то административное, наверное, здание, потому что висят абхазские флаги. Такая красивая пальма. И здесь вечером тоже все светится. Очень красивые все подстриженные кустики, цветущие. Thank you.
упал, смотри. Класс. Попробуй обнять эвкалипт. А? Вот он, эвкалипт. Вот это? Он, да, обними его. Вон там еще больше стоят. Вот какой огромный эвкалипт. И ветки высоко. Не достать. Здесь всякие проулочки есть, где можно посидеть, отдохнуть в тенечке. И вот стоит памятник. Это у нас памятник Баграт Шинкеба. Вот кто он такой, я тоже не знаю. Если вы знаете, а может быть, вы даже из Абхазии, напишите в комментариях. Вот такой памятничек. А дальше красивый фонтан. И кругом пальмы. Я не знаю, как вы. Я после Абхазии не хочу ни на один другой курорт. Вот такой фонтанчик. С рассалкой. Все это светится вечером. Вот центральный фонтанчик на набережной Сухума. И он тоже очень красиво светится в темноте. Здесь уже начинается торговля. Продают всякие светящиеся игрушечки. Это пристань. Сюда прибывают корабли. Два раза в день они возят на экскурсию людей. Фотографируется, а вечером у нас очень красиво светит. Почему он так называется? Здесь обычно сидят только мужчины и что-то яро обсуждают. Вот, да, первая статуя, медная, наверное. Это старик и море.
начинаются статуи. По Гансу Христиану Андерсену сказки. И стоят здесь по практически всей набережной вот эти вот медные статуи. Прокат всевозможных машин, гироскутеров, самокатов. Наше любимое кафе, где мы кушаем. Вот вторая медная статуя. Это девочка с проигрывателем. Даже на пластинке что-то написано. Знаменитая надпись «Yes, Сухум». Пошли к пингвинчику. Красивое разрушенное здание. Что здесь было, даже не представляю. Остались одни ступеньки и камни прямо над морем.
Вот здесь уже начинается развлекало. Здесь и купаются все, всякие детские игровые. Сладкая вата, палаточки, ларечки, хот-доги, пляж.